Добрый день. Вас как зовут? Елена. Лена. Леночка, она находится в... Это как называется? Горное училище. И сегодня Максима нету. Мы одному из мальчика, мальчику, который здесь проживает один совершенно, привезли продуктовый набор. Но он сейчас на подработке. И люди попросили, так как карантин, училище закрыто, и... Ему необходима просто наша помощь. И вот мы привезли ему немножко продуктов, чтобы как-то поддержать Максима. Сейчас он тоже не сидит сложа руки, где-то подрабатывает, пытается как-то, чтобы была своя копейка. И огромное спасибо друзьям и людям, которые помогают нуждающимся. Спасибо. Низкий вам поклон.